Год культуры в области отметят с финансовым размахом. В первую очередь будут поддержаны общественные инициативы. На это в бюджете 2014 года заложено 50 миллионов рублей. Средства могут получить проекты, разработанные творческими союзами и организациями региона. Это фестивали, выставки, дни музыки и другие культурные праздники. Будущий бюджет Министерства культуры на 95% состоит из государственных программ. Сюда входит и проведение социально значимых мероприятий, охрана объектов культурного наследия и кадровая политика. В числе приоритетных, конечно, остаются информационные технологии. В следующем году будет продолжена работа по информатизации нашей сферы, именно библиотечной и музейной части. И в следующем году будут предполагается выделение межбюджетных трансфертов, именно субсидий муниципальным учреждениям культуры, тоже на проведение мероприятий по информатизации нашей отрасли.